Всем доброго времени суток. Представляю перед вами автомобиль. У нас Volkswagen Tiguan 2011 года. Автомобиль оснащен мотором 2 литра с турбинкой. Значит, автомобиль на полном приводе, на автоматической коробке передач, чисто ухоженный салон, отличное техническое состояние. Ну и очень приятная комплектация. Так, переместимся в автомобиль и все рассмотрим. Здесь у нас с вами вот такой чисто ухоженный салон. Карты двери тоже в хорошем состоянии. Спереди у нас с вами такой же замечательный салон. Сиденья выглядят очень хорошо. Карты дверей, панель тоже выглядит очень хорошо. Так, значит, давайте пробежимся по комплектации. Как видите, у нас с вами имеется мультируль. С этой стороны можно управлять аудиосистемой. С этой стороны бортовым компьютером. Также у нас здесь с вами стеклоподъемники. Имеется регулировка зеркал, функция подогрева зеркал и функция складывания зеркал. Также есть датчик света, датчик дождя. Соответственно, круиз-контроль. Дальше у нас автохолд, электроручник, коробка передач у нас здесь с вами стоит настоящий автомат от фирмы Asin. Такой же автомат стоялся на Toyota Camry, ну и еще, конечно, если честно, на очень многие автомобили. Значит, также у нас имеются кнопочки ESP и кнопочка Route. Так, дальше здесь у нас с вами двухзонный климат-контроль, подогрев сидений у нас находится здесь, он у нас с вами на три режима. Так, штатная аудиосистема, имеется Partronic, то есть когда мы назад едем, если будут препятствия, у вас здесь будут пищать. Ладно, давайте попробуем за алюминиевой стенкой. Видите, да? Partronic, все в порядке, работает. Так, чем еще вас удивить? Кстати, у автомобиля свой родной пробег, он составляет 154 тысячи километров и ровно работает мотор, ошибок абсолютно никаких не горит. Комплектацию в комплекте у вас будет ключи с автозапуском от фирмы Starline. Если честно, Volkswagen Tiguan в очень хорошем состоянии. Я сам поклонник ВАГ-группы, на нем прокатился. Машина мне очень понравилась. Я думаю, что также она понравится вам. Кстати, здесь у нас еще с вами идет штатный адаптивный ксенон и омыватель фар. То есть, не, если обратите внимание, не на каждом Тигуане есть такие фары. Ну и, в принципе, все самое основное я вам рассказал. Если вас заинтересовал автомобиль, приезжайте к нам, заведем, вместе прокатимся. Если машина вам понравится, без проблем, прямо здесь же вы сможете ее приобрести по системе Трейдин в кредит, либо за наличный расчет. Автомобиль всегда в наличии. Ну а на этом спасибо вам за просмотр этого видеоролика. Хорошего вам настроения, всего вам доброго, до свидания.